Зачем нам боль дана? Оберегает нас она, как тревожный сигнал для независимости природой дан, чтобы самостоятельно жить могли, сами себе помогли. Пока человек о своих созданиях заботится, их ремонт его работа, когда же станут автономны, и их тревожить будут боли. Самое странное при этом, почему мы страшимся смерти, как только ребенок узнает, что ограниченно живет. Самая сильная эмоция про те, что жизнь недолга, если бы это было неизменно, неизменимо, неизбежно, непреодолимо, мы бы этого не знали, страха вечного не испытали. Значит, есть какое-то решение, значит, будет изменение, сами достигнем такого, что будем богам подобны.